Мы приехали в Рама отель. Это 4 звезды. У отеля почти нету территории, то есть он находится сразу возле моря. Для детей рекомендуется специальная обувь либо караоке. Сейчас заходим на ресепшн отеля. Вот это. Ресепшн отеля. Вот такая вот маленькая лобби. И в лобби сразу бар. Сразу бар. 15. И мы можем увидеть, что вот, да, мы видим сразу, что территория очень маленькая. Есть горка, один бассейн и сразу море. Есть теннисный корт. Территория, потом комната. Окей. Хорошо. Сейчас давайте все. Наш отель имеет клуб Hotel Rama. Два разные комнаты есть. Бич, стандарт и стандарт комната. 200 номер. 90% комната с видом на море. 10% с видом на назад и с видом на город. All inclusive система. Работаем утром, начиная 10, вечером до 11:30. All inclusive system. Импортный алкоголь есть? Импорт есть, это платный. Платный. 10 утром, вечером 11:30. У нас спа-центр есть, платный. Фитнес-зал бесплатный. Два бассейна, два больших бассейна, два за детей и один горк есть. Вам нужно сказать обед, завтрак, ужин, нет, во сколько? Нет, хорошо. Нет, просто скажите, есть ли снэк-бары? А на карте? А на карте нет. И будет потом. Сейчас нет. Снэк-бар есть. На пляже? Не, рядом бар. Не на пляже. Вот это на баре слева, да? У нас 4 бар есть. Сейчас покажи. 2-3 там, один лобби-бар. Угу. После 11:30 у нас бич-бар тоже будет. Дискотека есть? Дискотека есть. Каждый день анимейшн-шоу будет. Только воскресенье. Выходной. Интернет платный. Комната есть. Хотель территория есть. Платный. Сколько стоит? Ну, разные цены. Один час, один день. Да. Недели. Анимация детская, взрослая? Анимация детская есть 9 часов вечером до 9:30, потом шоу, потом диско время будет. Диско, пожалуйста, все, кто хочет купить наш отель, скажите, пожалуйста, до 12:30 наш музык играет. Ваша музыка играет? Диско. А, потом еще наш диско там, все слышит, поэтому... В номере халаты есть, тапочки. Есть. Халаты есть? Нет, тапочки есть. Чайный набор? Вообще нет. Только... Бар? Бар нет. Мини-бар есть. Холодильник есть. Чем он наполняется? Только вода есть там. Вода. Сейф. Да. Каждый день? Да. Сейф. Сейф сутки $2, 2 евро. Платные номеры, шкафу. Телевизор, телефон. Телефон экстра тоже. Балкон. Тоже есть. Что? Мужчина одинокий, селите? Там есть один ребенка. Мужчина. Мужчин селите? Селите? Я не понял. Два мужчины селите? А, да. Заселяете? Только турки нет. Турок не пускают. Лепешки есть у вас? Будете. Каждый еда, for example, после завтрака, после обед, после ужина нет, после обед тоже есть.
будете, как 10 часов днем до 12. То есть будут на территории лепешки, да? Да. Серьезно? А пляж какой у вас? Пойдемте посмотрим. Наш пляж 220 метров. Везде есть движоки, шезлонг. А спортзал есть? Бесплатно. Только полотенце платно. $1. Каждый поменять еще $1. Это не сутки. А можно взять одно полотенце на весь период времени? Как хочешь. Это от вас. Хочешь $1, пожалуйста. Да. Недели 10 дней вы будете сами стареть, потом еще. Спортзал есть у вас? Спортзал есть, это бесплатно. Спа-хамам платно. Я не знаю, сколько стоит, потому что они пакет. Разные процедуры. Да, разные. Отсюда до сюда. Ваш пляж? Да. Пирс это тоже пирс наш. Детский бассейн с горкой. Каждые 10 дней или 2 недели пение партии будет днем, вечером тоже будете. Маленькая пляжная полоса, пляж галечный, есть пирс. А это ваш амфитеатр? Да, анимейшн. Анимация там играет. Здесь диско, территория. Там до скольки? До скольки? Да, пол первого. И вижу бар, да, сразу стоит. Да. И здесь диско-бар. И второй бассейн. Сейчас обед время. Вам проголодался? Сейчас на рецепшене увидите. Хорошо. Есть детская площадка. Если вам хочется наш меню посмотреть, можно. Нам разрешили меню в ресторане посмотреть. Зачем? Ты решил посмотреть? Если хочешь. Там не так, что ты будешь. Пойдем, пойдем. Да, да, да. Еще дальше. Пирс не ваш, правильно? Не наш. Здесь тоже бар будет. А, у вас такая зона. Это там? Огонь будет там до 2-3 часа. Сейчас мы комнату идем. И это тоже ваш бар, да? Да. Это открытый бар. Еще прямо пожалуйста. Хорошо. Еще один бар отеля. Детский бассейн там. А вы сказали, что у вас импортного алкоголя нету, а вот он стоит. Да, есть, я сказал. Это платно. А. Носки не ряби. Сейчас идем смотреть номер. Один номер покажете. Да, номер покажете. А какой будете показывать номер? Стандарт. А какое максимальное размещение в номер стандарт? Извините? Ну, максимальное размещение в номере стандарт. Да. Какое максимальное? Квадрат? Нет, и сколько людей может жить в этом номере? Этот номер сколько максимальное? 2 плюс 1. А 3. Если еще плюс инфант? Есть плюс... кроватки для детей у вас? Коляски? Да, 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 есть. Коляски тоже есть. Бесплатная или аренда? Коляска. Мы сейчас новый купил. Мы не решили пока, бесплатно или не бесплатно. Угу. Детское питание есть? Нет. Нету детского нет. питания? И в ресторане для детей для блюд для детей нету? Нет. Но вареные овощи есть и курица? Все есть, мясо, курица, что хочешь. Сейчас мы будем смотреть. Номер стандарт. Вот такая вот. Слушайте, этот сейчас вот это чуть станет. Поэтому я вам этот номер покажу. Стандарт есть комната. Косметика. Два розни или один большой франшпейт.
Это за до 12 лет или до 6-7 лет, там. Который первый этаж и четвертый этаж, три кровати есть. Если люди приезжают сюда, 4 человека, 2 плюс 2 или 4, 3 плюс 1. Алло. В мини-баре только вода. Эфенон. Еще раз покажу, вот так выглядит. Возьмем еще раз, да? А сейф? Сейф в шкафу. Чего? Там. И посмотрим сейчас. Вид с балкона. Вид с балкона на бассейн и на море. Балкон большой, просторный. Достаточно места. Также в номере есть кондиционер. На втором три комната или три кровати? Ребят, смотрите, руководство разрешило посмотреть обед. Но я зашел в ресторан и увидел, что еда есть, есть мясо, есть рыба действительно, но очень большие очередя и с камерой просто не пройдешь, чтобы что-то снять, вам показать. Люди говорят, что кушать есть, что есть рыба, есть мясо. Очень много людей, очень много. И этот отель постоянно становится в стоп, и его даже некоторые люди просят. Сейчас мы смотрим номер. Бич стандарт. Два года назад был здесь ремонт. Два года назад была реновация. Видим, что есть косметика. Халатов, тапочек нету. В номере есть сейф, в мини-баре только вода. Максимальное размещение в номере 2 плюс 1. В этом корпусе нет лифта. В корпусе нету лифта. Балкон. Балкон с видом на море. Вид красивый. В принципе, номер чистый и ухоженный.